Физики и лирики. Ох, физики и лирики, программа продолжается. И да, возвращаясь к той самой теме, почему нам становится хуже или портится настроение, если мы смотрим чужие соцсети. Полина Колзариди, интернет-исследователь, координатор клуба любителей интернета и общества преподавателей Высшей школы экономики. Полина, привет тебе, 100 лет не слышали. Ты как, у тебя ребенок уже в школу пошел, нет? Привет, встречались. Давно в эфире. А? Как конечно, после карантина. Да. Все хорошо. Слушай, ну давай мы этого вопроса касались не раз, но вот такая, смотри, только что играла песня ACDC. В 14 году выпустили этот альбом «Rock or Bust». В 15 году в июле я летала на их концерт, вот на это выступление в рамках этого мирового турне. Я могу сейчас выложить прям билет электронный, фотографии, там, где я болтаюсь, там, вот, около сцены, еще что-то. И вот кто-то посмотрит эту историю и, видимо, сильно расстроится, да? Это что, вот, чувство зависти или что? Вот, как это работает? Или это только на красивые формы и мерседесы распространяется, и майбахи? Плохое настроение. Интересно, конечно, потому что чем отличается наша реакция на то, что мы узнаем о неравенстве из социальных медиа, где... Да, это обида какая-то. Тупая злость, она внутри закипает у многих. Праведная. Нет, неправильно? Я не знаю, но это большой вопрос уже, мне кажется, не столько к тому, что происходит в интернете, сколько к тому, что происходит в жизни. В жизни, да. И есть ли у нас вообще какой-то способ переживать неравенство? Ведь в каком-то смысле мы все не можем быть одинаково счастливыми. Все может быть одинаково, так и несчастны. И когда люди смотрят на тех, у кого, как им кажется, жизнь устроена иначе, в чем тут такая штука с социальными сетями? Мне кажется, в том, что за картинкой предполагается, что это вообще вся жизнь устроена иначе. И что это не равно, там будет ближе, чем просто... Соединение установлено. А как вот исследователи интернета на все это смотрят? Ведь даже соцсети стали как-то регулировать Facetune. Да, потом что-то еще они там решили, какие-то маски, то есть, чтобы обмана было чуть меньше, чем хотелось бы. Это смотря кому как хотелось бы. Но мне кажется, что это разные вещи, да, то есть вот все эти попытки показывать себя правдивыми и вот такими, какими мы как будто бы на самом деле являемся, но здесь же это не только в соцсетях дело, давайте подумаем, что если вы, не знаю, устраивали бы вечеринки или какие-то мероприятия, где нельзя приходить в бикини.